сегодня я иду на автобус. Пошли, пошли. Ну, еще страшней. Так. А, вот оно где. Нет, надо администратора подождать. Да? Ну ладно. Подожди, зам. Зам, наверное. Зам? Да. Ничего себе, он огромный. Да? Даша, не смотри это видео. Посиди там, девочки, посиди. Так, ты в раздевалку, да, Николь? Заходите, заходите, не стесняйтесь. Знакомьтесь с девочкой. Ну, второй зал. Ну, как думаешь, попросторнее, чем у нас? Нет? Ну, вот этот, наверное, такой же. Ну, кстати, очень прохладненько. Саша, ну давай тоже будешь ходить. Да давай, Саша. И как нет, так? Тебе так жалко бросать-то? Да давай, Саша. Подумай еще хорошенько. Уже все 2 года из моей жизни я уже потратила. 15. В 3-15. Это просто как развитие для меня было. Кому-то нравится это заниматься. Я знаю. Смотри, какие часы. Да, вообще, она уже хочет их себе, да, в этом, да, в спальне. И вон еще сзади. Смотри. Кстати, здесь есть одна. Диванчики у нас, только они золотые. Ну, кстати, вот эти черные. Диванчики вообще не похожи. Вот тут пуф похож. У нас, да, у нас пуфики только с этими. Фирменные пуфики от Тодоса. Что все зайдут во второй зал, а я зайду на первый. Будешь ставил? Да. У меня они такие твердые. Правда, что ли? Они в этом смысле. Мы всегда смотрели. Пропитываемся. Такое ощущение, как будто я пришла на мастер-класс. На мастер-класс точно рубль. Да, ну блин, здесь тоже немало. Ну, всяко меньше, чем у нас вообще, в принципе, в группе. Что понятно. Кстати, посмотрела, на мастер-классе не так уж много народу было. В смысле, как бы... То есть много кто отказался от мастер-класса с этим. Я на всем говорю. С блондинчиком. Это... Знаешь, как много людей упали, да? Даша, не знаю. И Даша сейчас смотрит это видео. Классно. Смотри, у всех танцоров, вот, ну, то есть, кто будет нас учить, у них у всех вены прям там. Вены у прям... всех спортсменов, Николь, так. Ну да. Нет, мужчины. Я начал заниматься, они у меня вон. Нет, немного. А вы не знаете. Еще маленькие, поэтому тебя не могут спрашивать. Ну, слава богу. Нет, у женщины не вылезают. Мужчин только. У Даши. У кого ты видишь, Николь, вездутые вены, у кого? Нет, но... У кого ты вездутые? Один чувак. Он туда давно занимается. Ну, а тут у Даши ты видел. Нет, Даша тоже. Нормально. Да. Даша тоже. Она показывала, она такая. Ой, устала, ребятки. Да, показывали. Интересно, мы сейчас сможем? А где кисунь? А нет, не знаю. Кисунь.
Ну, там, наверное, близняшки какие-то, наверное, дети. Я никогда не учу Луизу. И Лону. Да. Мне вот тоже кличку какую-нибудь дали. Какой-нибудь ветер. А тебе божок дали, по-моему. Они, если канал наш наш найдут, они будут смотреть все про тоже. Найдут там. Божок, идем заниматься. Здравствуйте. Здравствуйте. Это пяточка. Еще это тренер, наверное. А что, например, что? Нет, это который... Директор. Да. Директор? Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. А может там тренер на этот директор? Ну, я тоже думала, что директор. В школе у меня была ученица по музыке в 69-ке Марина Мирова. Помнишь, она точно с дочкой попала? Я же здесь уже была выдающимися. Там, кстати, на полке стоит кошечка, знаешь, как у нас две из Таиланда. Или из Египта. Из Египта. А у нас будет 3 года вопроса? Вот пришли все 3, и тут всего лишь 2 зала. В том зале будет 5 педагогов. Ты хотела 5 педагогов. 5. Познакомиться уже после занятия, поговорить родителям и деткам все расскажем, что они уже взрослые, да? Ну и родители. Не так вас много. У нас вчера были 3-летки, там почти много родителей. Вот, это же ребятки постарше, поэтому после занятий уже с вами пообщаемся, все подробно расскажем. Это новенький. Кто старенький, у нас еще, в принципе, знают, да, ребятки? Вот, поэтому проходим сейчас в зал. Тоже, давайте, не стесняемся. Заходим. До свидания. Идите, старенькие. Шестая, седьмая моя. Заходим. А я запишу. Ты зайдешь? Ой, нет, я не буду заходить. А нам нельзя посмотреть? Ну, подглянуть, они могут дать сейчас теряться немножечко. Аккуратно, не толкаемся. Поэтому подглянуть, пожалуйста. Да, здравствуйте. Юля, быстрее! Сказали то, что у меня красивая фамилия. Я такая говорю, видите, прикольно, она такая, как? Я же еще была за разминку очень вообще непривычная. Ну, кстати, занятие, оно нормально так провела, потому что мне веселое оно очень и дает попить. Даша, не обижайся. Ну, что еще сказать? Там танец такой мы придумали. То есть для детей 15-летнего возраста это как бы нормально. И для 11-летнего тоже нормально. Что еще? Что-то хотела сказать, забыла. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.